В Тегеране состоялась 9-я международная олимпиада по химии. В ней приняли участие команды из стран Европы, СНГ и Ближнего Востока. Республику Татарстан представили студенты 3-го курса Казанского федерального университета Руслан Лукин, Дмитрий Белматенков и ученик 11-го класса лицея номер 131 города Казани Амир Гизатуллин. По итогам олимпиады Татарстан занял 2-е место, уступив Москве и оставив позади Иран, Польшу, Ирак, Туркменистан и Украину. Мы уже не в первый раз с командой КФУ принимаем участие в олимпиадах, которые организуются в Иране. Соревнования проходят в 2 дня, всего 4 тура. Это основные базовые химические дисциплины: органическая, неорганическая, физическая и аналитическая химия. На каждом туре предлагается решить от 7 до 12 задач, в зависимости от предмета. Время очень сжатое, решить все очень сложно, тем не менее нашим студентам это удается, решить практически все. На 9-й международной олимпиаде по химии Руслан Лукин и Дмитрий Балматенков завоевали золото и серебро соответственно, а Амир Гизатуллин получил бронзовую медаль. Отличный результат участников вновь подтверждает, что Казанский федеральный университет обладает высочайшим уровнем подготовки будущих специалистов. Регина Фахрутдинова, Андрей Багаутдинов, Универньюз.